Бизнес, переходи в наш край, двери открыты. Проекты, которые появляются в регионе, воспринимаются на ура. Чего стоит только индустриальный парк «Авангард». Здесь уже работают и в дальнейшем будут вести свою деятельность множество компаний. Один из успешных проектов по выращиванию овощей японской фирмой процветает. Но то ли еще будет, на территории Хабаровского края скоро загудят мощные комплексы. Как помочь бизнесу, обсуждают на заседании коллегии Министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики региона. В настоящее время есть пара объектов, которые нуждаются в особом внимании. Это инвестиционный проект компании «Азиалис» по организации производства строганных и профилированных пиломатериалов в поселке Березовый Солнечного района. Стоимость проекта 8,5 миллиардов рублей, количество создаваемых рабочих мест к 2020 году 690, объем предоставленной субсидии 847 миллионов рублей и инвестиционный проект «Скифагро ДВ» по строительству свиноводческого комплекса, по строительству до 70 тысяч голов крупного рогатого скота в год на территории Хабаровского края. Вышеупомянутый свиноводческий комплекс обойдется более чем в 2,5 миллиарда рублей. Будет организовано 112 рабочих мест. Предприятие получит субсидию на 124 миллиона. Подобные масштабные проекты позволяют получить краю огромные инвестиции. В 2016 году объем инвестиций в основной капитал в целом по Хабаровскому краю составил 104,6 миллиарда рублей. В 2017 году в крае планируют найти средства поддержки для еще одного крупного проекта – Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат. Также в крае намерены разрабатывать месторождение олова. Павел Игошин и Дмитрий Комков. Программа «Настоящее время».